19 сентября 2023 года стала известна печальная новость. Умер актер Алексей Янин. Причины смерти Алексея Янина – продолжительная болезнь. Алексей последние 8 лет боролся с последствиями тяжелого инсульта, с последствиями острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Близкие и родственники, в основном, конечно, мама, ухаживали за ним, и казалось, он пошел на поправку. Жена актера подтвердила смерть. Как это было? 1 сентября Алексея Янина срочно госпитализировали в больницу. 2 сентября 2023 года на сайте театра РАМТ появилось сообщение, что Янин умер. Не все поверили в смерть. Позже появилось сообщение жены Янина. Она написала, что произошла ошибка и муж жив, 19 сентября Алексей все-таки умер. Да, к сожалению, да, сегодня. Я получила информацию от заведующего реанимацией, рассказала его жена Дарья. Алексей Николаевич Янин родился 14 марта 1983 года. В 2004 году окончил театральное училище Щепкина, курс Коршунова. Снимался в кино и сериалах «Клуб», «Универ», «Судья» и другие.